Смотрим отель «Новелла Муйне». Вернулись в Муйне. Заходим в отель. Так, смотрим. Ага. Это новый ресторан, который будет в этом сезоне. Смотрите. Это второй бассейн. Сейчас мы посмотрим море с вами. Ого-го! Ну вот, подводная лодка, как мы ее называем, волнорез. И спуск, конечно, вот такой вот у нас. Ничего не дикая волна здесь. Пойдемте посмотрим, что это. Есть первая береговая линия, пожалуйста. Есть ресторан. Сейчас мы в него поднимемся. Как просто. И вот второй бассейн. Точнее, первый получается. Мы с вами прошли, по сути, всю его инфраструктуру. На пляж! Как миленько. Море нет, девочки. Мы идем сейчас в номер. Какой-то номер? Superior City View. Ну, очень миленький, да? City View. А, City View. Superior. Блин, очень миленько. Так, тут у нас что-то непонятное. И открывается балкон? Сейчас открывается, там сильный ветер. Балкон хороший. Ванна. Вперед. Душ полностью закрывается. Отлично. И вот сейчас я вам покажу. Мы проходили клетку с птичками. Ой! Чуть не упала, и не смогли. Не успела ее запечатлеть. Это вот как раз у нас на территории отеля. Отель приглянулся, очень миленький, при том, что он расположен в Муйне, это вообще хороший, безусловный бонус. Мне понравился пляж, единственное, что спуск у него получается по ступенечкам, то есть это надо учитывать. И вы должны опять-таки понимать, что в Муйне сейчас не сезон, и сейчас, конечно же, есть волны. Но так, номерной фон, достойный территория, есть небольшая, поэтому я считаю, для рассмотрения этот вариант тоже будет подходить и семейным людям, потому что есть небольшая инфраструктура, будет очень хорошо. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.